тропических и субтропических странах широко распространены паразитарные заболевания, заражение которыми возможно через фрукты, овощи, зелень, мясо, рыбу и морепродукты. Случаи заболевания холеры регистрируются ежегодно в странах Африки и Юго-Восточной Азии. В каждой из стран, куда принято ездить отдыхать, есть редкие болезни, характерные для этих регионов. Самое частое заболевание, про которое мы мало говорим, потому что у нас не эндемическая зона для него, это малярия. Все, кто двигается в страны Африки, Азии, в ту же Турцию, есть риск заболеть малярией. Ну, не говоря уже о странах Африки. Поэтому нужно очень внимательно следить, чтобы никакие насекомые тебя там нигде не укусили. Как у нас клещи, у них малярия. Нужно осматриваться, носить закрытую одежду, обязательно осматривать помещение на ночь. Чаще всего заболевания связаны с различными кишечными отравлениями, там, амебиоз, различные кишечные инфекции, так называемая диарея путешественников, связанная с другими условиями, с другой пищей, с другой водой в регионе. Лечится антибиотиками. Ну, прежде всего нужно как можно чаще мыть руки. Самый простой дешевый метод – взять с собой спиртовые салфетки, ими регулярно пользоваться. Пить воду только из закрытых бутылок. Не пить воду ни в коем случае ни из-под крана. Напитки со льдом, при изготовлении которого может использоваться вода неясного происхождения. Термически обрабатывать фрукты и овощи, которые вы собираетесь есть.